Нас же Пресвятей Богородице молился, да даст мне жену помощницу по спасению. У нее такая древняя кровь, что те, кто казались, стали как есть, как будто бы здесь нет. И они не знали, зачем она здесь. И они пытались ее убить, не зная, что это нельзя убить. И они велись вокруг ее ног, как мотыльки на свет. А он пил спирт где-то в углу, глядя на них, как в огонь. И он сказал, как будто не вслед, просто порой звезды подставит ли кто-то ладонь. От него ждали больших проблем, как будто он учебник неврозов с ответами в самом конце. И он был пойман и отдан в плен. И каждый был волен, не вытерев рук, созвав семью и накрыв на стол, смотреть кино о запретных плодах на белом, как снег, лице. А я им кричал, не подходи, не смотри и не тронь. А он сказал, здесь много козырей, просто падают звезды, подставит ли кто-то ладонь. И когда этот фильм будет кончен и снят, и когда гремит последний звонок и затихнет прощальный вальс, мы останемся здесь, как будто после грозы. Но я не помню всего, я, кажется, спал. Я не помню всего, но я слышал удар. Слава Богу, гроза прошла стороной, не задев ни меня, ни вас. Но почему-то на стуле в углу несколько нос, как сон. И я не помню, кто это сказал, просто падают звезды, подставишь ли ты им ладонь.